Смотреть, там и там попалось. Вот.
на русском языке, она там есть на идиш, я не знаю, ну в общем я идиш не знаю, вот, она на русском языке, но я туда добавил еще одну молитву субботнюю. Это молитва о том, что спускаются ангелы. Поэтому вот все песни, которые будут, они достаточно драматичны. Вот эта вот молитва в конце, она дает свет. Потому что песни похожи на русские каторжные песни. Вот начало 20 века, у нас таких было много. Вторая песня, это «Эх ты, Ванька», ее Шаляпин пел. Вот, она тоже достаточно, скажем так, это песня «Плач» от женского лица. Я туда добавил в финал Александра Башлачева из «Ванюши». Вот. И когда мы делали «Вечер памяти Башлачева» еще в 2003-м, я специально сделал. Поэтому там тоже выход на свет. То есть песня драматичная, но с выходом на свет. Третья – это «Авину Малкейну», это молитва «Господь наш и царь наш, спаси и сохрани», по сути. Это молитва второй век нашей эры, тогда была молитва о дожде. Вот. А третью, четвертую я спою свой «Раскат и благость», я никогда ее в конце не пою в последнее время. Но вот здесь мне показалось, надо прийти к Пасхе. Вот попробуй сейчас так сделать, я не знаю, что из этого выйдет. Попробуй. В общем, вот, так, вот такой порядок, может быть, даже без остановки. Шалом алейхем, малахей хашурим.
шарами молоком. Миримым молоком холодным, а котом шбару. Oh,
В нашем храме
небеса и другие чудеса. Пламенеющий дух разрастается с каждым новым прочтением старой молитвы. Пламенеющий дух разрастается с каждым новым прочтением старой молитвы. Святы и боль, святы крепкий, святы бессмертный, помилуй нас, святы Боже, святы крепкий, святы бессмертный, помилуй нас, святы Боже, святы крепкий, святы бессмертный, помилуй нас. Чтобы песни звучали на воле, чтобы благостом раздаваться, и чтоб запросто группа творяться. Моя честная, сильная доля разговорит любое поле и смотрит по российским меркам. Моя звуковая волна, сумей понять, будь с радостью во взоре, а в сердце благодать. До встречи на просторе, сумей меня понять, будь с радостью во взоре, а в сердце благодать. Поезд на лес, а в сердце благодать. Поезд на лес, сердце доступно людям, доброе сердце, чистое сердце, очищение сердца доступно людям, доброе сердце, чистое сердце. И зачем мы нечего желать, в этом нужно просто пребывать, это можно точно направлять, чтобы проявлялась благодать. Не зачем мы нечего желать, в этом нужно просто пребывать, это можно точно направлять. Истинность души.
хочу. Или дальше погрузимся. Погрузимся. Погрузимся? Хорошо. Ладно, я сейчас не буду свой, я сейчас одну песню спою Александра Непомнящего, она мне очень нравится. Называется «Макуска».